Панихида по жертвам геноцида казачества прошла в Воскресенском войсковом соборе. Дальше казаки двинулись крестным ходом к Преображенскому храму, где отслужили за упокойную литию. Января считается днем памяти казаков и казачек, невинно убиенных в годы гражданской войны и репрессий. В этот день 1919 года была принята секретная директива ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах. Говоря проще, директива о расказачивании. Она и начала расстрелы, высылки и конфискацию имущества. Помимо гражданской войны, конечно, здесь был и настоящий красный террор. Много людей было убито, замучено. Очень плохо относились большевики к священникам, к зажиточным казакам, ну и ко всему казачеству. Наличие оружия – смерть, а казаки были все с оружием практически. Не сдали хлеб – также смерть. Большевики не считали казаков народом, говорят историки за круглым столом в Новочеркасске. Для новой власти это была особая социально-экономическая группа, причем враждебная. Для сохранившихся казаков – нет особой разницы, был ли это стратоцид, то есть уничтожение сословия, или это был геноцид, уничтожение народа. Казаки, понесли страшные невиданные потери. Обсудить разные точки зрения на ход и механизмы расказачивания за круглым столом собрались ведущие историки Юга России. И сегодня наша цель обозначить, а что сегодня мы можем сказать о событиях столетней давности, какое сегодня состояние изучения этой проблемы, этого направления научного, как сегодня мы оцениваем события столетней давности. Атаман Всевеликого войска Донского подписал приказ о дне памяти жертв массовых репрессий геноцида в отношении казачества во всех 16 округах войска. В Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии прошли панихиды. Анастасия Кованцева, Николай Андреянов, Дон-24, Новочеркасск и Старочеркасская.